Для Ольги Полянцевой работа в пожарной – дело семейное. Сестра, муж, зять – все связали свою жизнь со спасением людей. Сама Ольга пришла в пожарную охрану 15 лет назад на должность помощника инструктора профилактики пожаров. Пожары она не тушит, но рассказывает людям, как предотвратить несчастные случаи, каких действий нужно избегать или как нужно правильно себя вести, если увидела возгорание. Ольга Полянцева организовывает игровые мероприятия для детей в школах, детских садах и оздоровительных лагерях, а также проводит инструктаж для взрослых на предприятиях. Очень люблю работать с детьми. Когда видишь блеск в глазах детей после окончания какой-то викторины или там эстафеты, и дети довольны, ты видишь, что твоя работа прошла не зря. То есть у деток что-то отложилось. Также со взрослыми, когда проводишь различные беседы, лекции, тоже им очень интересно. Можно сказать, что они с каждым разом познают что-то новое. Вроде кажется, что да, я все знаю про пожарную безопасность, зачем меня учить, но нет. Есть такие случаи, что люди довольны после нашей проведенной с ними работы. Мужчины в коллективе пожарных всегда готовы прийти на помощь прекрасной половине. В преддверии 8 марта они поздравили сотрудниц. Также с поздравлениями в Управление Федеральной противопожарной службы номер 4 приехали и гости – бойцы военно-спортивного отряда «Вымпел Атом» с РФТИ. В этом году волонтеры и представители общественных организаций присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые». Цветы и теплые слова получили сотрудницы ДЭПа, центра ЖКХ, медики и молодые мамы в роддоме, волонтеры, воспитатели. На протяжении недели активисты Сарова дарили женщинам праздничное настроение, улыбки и внимание. От лица военно-спортивного отряда мы поздравляем всех женщин с праздником, желаем счастья, любви, оставаться такими же красивыми, чтобы дома ждали любимые люди и всего самого наилучшего. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.